А сейчас займемся делами садовыми. Луна по-прежнему убывает и сегодня находится уже в знаке Скорпиона. А мы продолжаем сеять на рассаду сельдерей и перец сладкий. Обязательно полейте посадки и подкормите органическими и минеральными удобрениями. У цветоводов хорошие дни для посева и посадки любых цветов. Не рекомендуется любая обрезка, деление клубни луковиц, да и вообще корней. В общем, всем желаем удачных посадок!